4, молодец, Юлечка, и раз, и два, ножку тянем, и... Ты кто такая, чтобы так разговаривать? 5, и... А я девушка самостоятельная, и за мужем не прячусь. Ну и плясала бы у себя в таборе. А здесь, милочка, театр. Здесь танцуют. А вы что здесь делаете? Я? Я комендант этого общежития. Как? Ревную я, Поля. Ревную. Ты каждый день с кем попала по ресторанам и киношкам шляешься. Вся вон страна в рванье ходит, а у тебя даже халат трофейный. Полный бардак. Распустились все. Что? Приворотный? Не то слово. Сестрами Коновыми за время проживания в общежитии театра были похищены и перепроданы на рынке следующие предметы. Угу. Большой батман. Что, простите? Большой батман – одна штука. Ну, как вам, Полина Андреевна? Нравится. Это тебе за Пашу. Когда моей маме матросы перерезали горло, я даже не заплакал. Ну, а чего же он ей не признался-то? Но, к сожалению, человек не всегда может открыть другому свои чувства. Почему? Тебе еще повезло с Полинкой, ты хоть знаешь, где она. А мою цыганку ищи свищи, ветра в поле. Какую цыганку? А, это те две, что ли? А какая из них, да? Людям-то весело, а... У нас жизнь такая. Какая? Цыганская. А вот я бы, между прочим, кассу бы нашу проверила. Да вы что? Конечно. Я извиняюсь, а кто это поет? Тут артисты живут. Цыгане. Цыгане? Из театра их. Роман называется. То есть так просто, да? Если не пошла она за тобой, значит, не любит. Ничего. Потом полюбит. Поль, говори, кто он? Да ты, Паша, дурак. Потешишь свою ярость, убьешь его. А мне как жить? Ну как? Ну что это за профессия такая, морды бить? А мне нравится. Сейчас как двину. Ну, чего ты злишься? Всю спесь собью. Ты знаешь, какой он хороший? Он очень хороший. Да не наш он, Лёлька, не цыган, гадё. Ну и что? А что Рома скажет? А отец вернется? Да то, что Рома скажет, мне дело нет. А отец, я ему все расскажу. Расскажу, как нас Лёшку спас. Он, когда увидит, какой он хороший, он меня словом не попрекнет. Отец не попрекнет. А он? Кто? Скажет потом, что взял цыганку таборную, темную. Кто, Лёшка? Да никогда. Гаджи, все так говорят, Лёлька. Ты знаешь, как он меня любит? Любит. А ты? Я. А я еще сильнее. Лёлька, моя ты Паска. Да, загрузили вас в вашей вечерней школе. Дроби? Угу. А это что? Да так, немецкий. Ух ты. Слушай, ну с языками у тебя получше, чем с математикой. Так, ну-ка, сейчас проверим. Лёш, а? А немки красивые? Угу. Какие немки? Ну, немецкие. Нормальные. Знаешь, я там в основном немцев встречал. Так.
Сейчас. Так. Сейчас я тебя догоню. Оль, ну ты что? Ну нельзя же. Почему нельзя? Это же для людей сажали, а я что, не человек? Красиво? Я тебе таких 1 000 000 куплю. Купи. Куплю. Купи. Куплю. Так. Подожди. Ты хоть знаешь, какие цветы я люблю? Нет. Сирень. Так сирень только в мае. Ну вот в мае подаришь. А сейчас? Мороженого хочу. Много. Крем-брюле. Пломбир. Виктор Сергеевич, добрый вечер. Вы один? Да, один. Кабинет, как всегда. Полина Андреевна. Кабинет, Трофимович. Да, конечно. Вам немного? Нет, чуть-чуть. Благодарю вас. Ну что, друзья, за победу? Да, за вас, герой. За победу. И за нашу даму. Спасибо. Да, за очаровательную Полину Андреевну. Трофимович, я, пожалуй, здесь сяду. Прошу. Что будете кушать? Ну, как обычные водки. Угу. Так, записывайте. Да, что вы говорите? А что? Нормально мы влетели в этот город. Да. Знаете, Полина Андреевна, с высоты птичьего полета я всегда разгляжу вашу замечательную улыбку и ваши потрясающие глаза. Как интересно было бы посмотреть. Ну, как вы можете посмотреть в обратную сторону? Это только я буду вами наслаждаться. Это возможно? Вы знаете, Полиночка, что земля сверху становится великолепной. Правда? Я бы очень хотела это посмотреть. О, вы знаете, это возможно, если наш командир разрешит. Я надеюсь. Ну, тогда нет никаких проблем. Полина Андреевна, ради вас никаких нет проблем. Мы заедем за вами, насколько вам удобно. Хорошо. Вы знаете, я ни разу в жизни не летала. Позвольте пригласить вас на танец. Простите, но я полагаю, что дама не танцует. Простите, но я полагаю, что разговариваю не с вами, а с дамой. Извините. Одну секундочку. Друг, друг, давай мы не будем портить нам праздник, давай успокоимся. Извини, мы отдыхаем, гуляем, празднуем победу. Извини. Спасибо, за вас, дорогой. Настоящие мужчины. За вас, Полиночка. Когда состоится полет? Сегодня? Господа, сегодня я согласна. А этот еще не успокоился. Видимо, я ему очень понравилась. За Полину Андреевну, ура! А,
товарищи, я покину вас. Дамочка, будьте осторожны. С огнем играете. Виктор Сергеевич очень опасный человек. Очень. Я знаю. Алина Андреевна, а вы все так же хороши. А вам все так же не хватает взаимности и тепла? А зачем вам, Виктор? Вы же сильный человек. Не хватает. Солдатиков позвать? Не попрощавшись, теперь здрасте сказать не хочешь? Ты что тут артисткой заделалась? Танцую я. Зачем? Нравится. Чем нравится? Перед гаджами юбкой трясти? Да не твоя эта жизнь. Да? А какая моя? Ну так пойдем, покажу. Пойдем, я все для тебя сделаю. Нет. Стой. Может, ты не тетка нашла кого другого? А? Ну так зря. Не повезло ему. А что? Я тебе слова не давала. Стой. Костеля. Я тебе сказал, я за тобой пришел, без тебя не уйду. Я все сказал. Отпусти девчонку! Ну! Кому сказала? Гаджинская тетка. Ну чего, уважаемая? Иди куда шла. Мы и без вас, русаков, разберемся. Ах ты щенок! Да я ты осел, ты рожь, роджу кэл! Отпусти сейчас же! Ну, извини, Биба, не признал. Иди с Богом, парень. Не позорь своих. Пойдем поговорим. Перестань. Перестань. Вот, значит, как вы сюда попали. А от отца так весточки и не было? Никакой. Этих цыган давно знаю. И всю родню ихнюю. Пусть попробуют еще хоть раз сунуться. Голову оторву, как куренку. И не дрожи, ты не сирота. Тебя здесь никто в обиду не даст. Что такое? Ты что, никогда не видела, как старуха папироса курит? Это кто мне здесь театр подпалить хочет? Сеня, это я, Марья Васильевна, Сенечка. Я, Лёля, этот театр строила, я его и подпалю. Ой, девочка, девочка. Рано, Сашенька, рано. Михаил Михайлович, я же все словечки выучила. Я же знаю эти... Мизансцены, Сашенька. Ну да. Куда садиться, выходить, когда. Я же все знаю. Похвально, Сашенька, похвально. Ну? Что ну? Так роль. Какая роль? А.
Рано, Сашенька, рано. Да как же это? Ну почему же рано? Михаил Михайлович, яхонтовый вы наш. Да я же все прочувствовала. Я же... Надо учиться постичь тайну актерского мастерства. Всю жизнь работать над ролью. Как всю жизнь? Когда же я роль сыграю? Михаил Михайлович, а я не понимаю, какая у меня здесь оценка? Лялечка, какая еще оценка? Лялечка, весь город уже давно афишами обклеен, а ты болтаешься по сцене, как муха в супе. А вы же с ней любовь играете, понимаете? Любовь! Романс убрать, все мухи сдохли. Господа осветители, почему на сцене у актеров лица в зеленом свете? Рано хороните! Господи, да что же сегодня с вами со всеми? А ко мне претензии есть? Послал. Куда? Учиться. Говорит, всю жизнь надо. Многими жизни не хватает. Так о роли. В ГИТИС тебе надо на заочный. И учиться будешь, и роли играть. Правда, туда не всех принимают. Аттестат нужен. Меня примут. Паш, ну куда ты меня тащишь? Ну не хочу я никуда идти, Паш. У меня единственный выходной, ну, что-то меня на каруселях привел покататься. Так, Поль, могу я хотя бы один раз в году пригласить девушку в ресторан, а? Могу? Боже, Паша, ты разбогател? Ну и куда же мы пойдем? В ресторан. Паш, ну ты мог предупредить, я бы переоделась. Ой, так, насколько я помню, когда я тебя первый раз увидел, у тебя были разбитые коленки, и ты постоянно грозил сдвинуть мне глаз. Я тебе сейчас глаз заеду, если ты не перестанешь меня так тащить. Паш! Пошли. Я же так упал. Когда подойдут, сразу цветы отдашь. Понял. Не забуду. Не забуду. А вот и мои друзья. О, вырядился, а? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Полина Андреевна, позвольте поздравить вас с днем рождения. Паш, ты не забыл. Поздравляем! Спасибо, конспиратор. Прошу вас. Прошу. Ну что, представишь мне своих друзей? Да, это вот Алексей. Алексей мой командир, я тебе много рассказывал про него. Очень наслышан о вас. Я тоже очень наслышан о вас. Интересно, что? Ну, например, о том, как вы познакомились, о том, как не поделили ворованные яблоки, и о том, как вы этому негодяю накостыляли. Паша, ты позоришь девушку. Ладно, ладно, у меня до сих пор шея болит на погоду. Трепло. Так, это у нас Ольга. Ольга у нас... Ольга, актриса театра «Роман». Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Ну, с чего начнем банкет? Ой, а можно без супа? Сразу что-нибудь сладкое. Конечно. Мы будем праздновать мой день рождения сладким. Ну что, раскошеливайся, кавалер, на мороженое и ситро. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Исправьте. Ну, надо. Исправьте, исправьте. Вот так. Так уже лучше. Спасибо. Можно? Это опять ты. Я же сказал тебе, рано тебе еще, рано. Поучиться тебе надо немного. Да не надо. Это как это? Вот так. Была я в вашем ГИТИСе. Ага. Там профессора из комиссии мне так и сказали. Вам, девушка, учиться не надо. Вы готовая артистка. Очень все были довольны. Марья Васильевна, ну сделайте что-нибудь.
Иди, Шурочка, иди. Как? Иди, как, иди. А роль? А вам хат, они тебе взять не обещали? А позовут? И пойду. И все роли там переиграю. Вы еще жалеть будете. Получили? А ведь с нее останется, а? Мария Васильевна, возьмемся. Надо же МХАТ спасать. Грех не взяться. Девчонка так и рвется душой. Да. Цыганские бесы так и прут из нее, а? Ведь хорошая может получиться актриса. Да. Если МХАТ не переманит. Да, да, да. Да. Пашка, я тебе так благодарна, что ты меня вытащил. Я вот так 1000 лет уже не гуляла. Ну, а ресторан? Да, сегодня Сетро что-то перебродившее было. Сетро был великолепный. У тебя очень милые друзья. Они давно встречаются? Ну, как тебе сказать? Они поженятся. Ты думаешь? Верь мне, я знаю, о чем я говорю. Паш, смотри, бильярдная. Может, зайдем, сразимся? Да ну, я же играть не умею. Ты что, шары поразбивают, а? Я умею, в американку. Да? Только, чур, не поддаваться. Ну, может, все-таки ради дня рождения. Особенно. А мы еще посмотрим, кто кого. Хорошо, вызов принят. А я за Полину буду болеть. Спасибо. А, ну, Пашка, понятно, за кого будет. Ну, прости, командир, ну. Но, несмотря на это, победа все равно будет за нами. Посмотрим. Вперед! Паша, держи характер. Мы тебя всему научим. Паша научится очень быстро. Ребят, вы зря потратите время. А, кстати, Полит Сергеевна, как вы относитесь к русскому бильярду? Хорошо отношусь. Не вопрос. Прекрасно, смело. Вот это краля. Ой, капитан. Ну, я же говорил, что мы еще раз встретимся. Здесь так накурено, ребят. Пойдемте отсюда. А? Пойдем отсюда. Извини, встреча переносится. Ну, куда же вы так быстро уходите? Представил бы меня даму. Обойдешься, Паш. Ну, ладно, ладно. Как там тебя, лейтенант? Не взглядел, прости. Трудно разглядеть, когда под стойкой валяешься. Меня зовут Виктор Сергеевич, милое дитя. Ольга. Не понял. Где-то я вас видел. Ну, это вряд ли. А вы, как вижу, предпочитаете общество солдатиков. Как видите. Ну так какое оружие предпочитаешь, капитан? Так я, мил человек, тебя любым убью. Ну так что делать-то будем? В бильярд играть? Да мы, собственно говоря, сюда за этим и пришли. Ну так на что ж с ними играть? Они же бедные. А на кукуреку? О, а это интересно. Кто проигрывает, лезет под стол? Ну, молчание – знак согласия. Давай, разбивай, капитан.
Ну что, капитан, партия. Время платить по счетам. Капитан гордый. Капитан не хочет кукарекать. Я подскажу. Кукареку. А давайте я. Давайте я прокукарекаю. Я хорошо умею. Оля! Кукареку! 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 Оль. Ну, это все? Это было неожиданно. С огоньком. Ну что, пойдем, Леша? Ребят, пойдемте отсюда. Угу. Пойдем. Полина! Кукареку. Ну-ну, капитан. Видно, не настало твое время кукарекать. Но он настанет, я тебе обещаю. Я бы эту суку приблотнил. Все, кончай. Левой работай. Молодец. Давай. Разберемся мы с Витьком. Ты в своей ярости, кстати, самого главного не разглядел. Левой. Чего я не разглядел? Корпус. Какая с тобой женщина рядом, Лех? А? Молодец, работай, Ольга. Работай. Дипломат. Умница. Как я только в глаза тебе буду смотреть. С любовью, командир. С любовью. Молодцы, молодцы. Ноги, ноги. Александра Николаевна. Даже Николаевна. Да входи, входи. Разрешите? Здравия желаю. Ну, здорово, коли не шутишь. А Ольге Николаевны? Как видишь. Ну, неважно. Я вам пригласительный принес. У нас скоро финал. Рад буду вас видеть. Милости прошу. Да чему ж тут радоваться-то? Решите откланяться? Нет, ты погодь, погодь. Давай, садись. Садись, садись, давай. Да садись, не стесняйся. Спасибо. Давно нам надо было поговорить с тобой. Ну, а чего не поговорить? Ты вот что. Скажи мне, зачем девчонке голову крутишь, а? Ну... Чему крутишь? Я прямо. Ты не думай, она не сирота. У нее я есть, так что тебе со мной говорить надо. Ну, так я готов поговорить. У нас со сватами положено. И знаешь ли, не один раз. Со сватами? Это хорошо. Только где же мне сватов-то взять? Я один, у меня ни отца, ни матери. А, вон оно что. Ну да. Александр Николаевич, я ее всю жизнь любить буду. И никому в обиду не дам. Вы уж мне поверьте. Ой, смотри мне. Решите идти? Ну что?
Теперь положено у девушки спросить. Что? Пойдешь за него, Олька? Добрый вечер, Полина Андреевна. А у вас симпатичные друзья, мне понравились. Правда? А вы вели себя отвратительно. А вы знаете, как мы с вашим капитаном первый раз встретились? Выхожу как к себе из ресторана, весь такой благодушный, только что поужинал. Добрый, так сказать, ко всему человечеству. И вдруг начинается. Сначала мне хамит швейцар, потом ни за что, ни про что я получаю удар в челюсть. А потом какой-то идиот вытаскивает гранату, говорит, сейчас всех порешу. А мне же надо форс держать перед товарищем. Вы же понимаете? Вы очень красиво излагаете. Вы учились где-нибудь? Читал просто. При вашем-то роде занятий это вещь просто необходимая. А за иронией всегда легко спрятаться. Да, блин, Андрей? Да. А я могу еще раз где-то вас увидеть? Зачем? Ну, мне, вероятно, нужно попросить у вас прощения. Это что-то изменит? Я боюсь, что уже нет. Пап, ну вставай, пап! Иди, щенок! Я, сударыш, сам не дойду. Виктор Сергеевич, не смейте, если вы хотите еще... Уйди, щенок, я тебе... Еще раз парня тронешь, пожалеешь, что на свет родился, понял? Ты кто такой? Я? Ангел. Не троньте моего папку! Смотри. Нож держится либо так, либо так. Понял? Видеть и слышать. Слышать и видеть. Вот с чего начинается артист. Пусть вокруг обман. И эти декорации, и нарисованная луна, и подсвечники из дерева. Но если вы истинно можете видеть, можете слышать, то вы можете чувствовать, жить. И что, так просто? Да совсем не просто. Ну как же, ну вот я вас вижу, ну вот вижу. Вон Лёльку вижу с узелком. Но? Здрасте. Я тут это, картошечки принесла. Горячек. С чесночком? С огурчиками. Ну, потом, потом. А вот партнера вашего, Марью Васильевну, вы не видите? Вижу. Нет. Вижу, вот она сидит. Ну, не видите. Ну, что ж, по-вашему, у меня глаз нет? Есть. Еще и какие. А вот какие сейчас на Скворцовой серьги надеты? Не оборачиваться. На меня смотри. Да при чем тут серьги? Михаил Михайлович, ну что вы, ей-богу, из меня дурочку сделали? Ну почему дурочку? Вот скажите мне, что я должна делать, и я сделаю. Она вам страшную весть принесла. У нее на лице все написано. А вы... Да, Михаил Михайлович. Вы увидеть ее должны. Увидеть и все понять. Да тишина в зале! Что там у вас? Так это ж картошечка. Картошечка? А ну-ка идите сюда. С тарелочками. С огурчиками, говорите? С огурчиками. Вот! Давай, я еще раз. 4, 5, 6, 7, 8. Ты слышала?
Герасимов, ты совсем пить бросил? Да ну, тетя Тонь. Да истинно тебе говорю. Как ему? Приду, пригрезился этот ангел, сказал, будешь пить, умрешь. Все, и с тех пор и не пьет. Давай, еще раз я. Во, правду говорю тебе. О, дивные дела твои, Господи. Дать я обратно. Так вот. Ну, в общем, кубок Москвы наш. Осталось только понять, чей конкретно. Ну, кто ж думал, что вы оба в финал пройдете? Спорт есть спорт. Не надо на меня волком смотреть. Да что вы никогда друг другу морды не били, а? Трофимович, да все нормально. Лех, ты как, ну чего? Вот. Видите, Леха тоже не против, чтобы я ему наступал. Только, Трофимович, ты пока здесь. Если Ракитин опять начнет меня жалеть, я развернусь и уйду прямо с ринга. Понял? Леш, ты понял? Да понял я. Раз, два, три. Да погоди, погоди, четыре, считать. Сейчас он встанет, пять, подожди. Шесть. Паша, Паша. Семь. Паша, держи характер. Восемь. Да погоди ты. Девять. Паша, давай, Паша. Ау. Паша. Поздравляю. Алексей, с победой! Спасибо. Спасибо. Леха, молодок. Шурка! Лёлька. Что, что случилось? Лёлька с тобой? Нет. А что? Так, ну пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой! Все, пока. Марья Васильевна! Лёлька в театре? Да нет там никого. А была? Не видела. Точно? Ну, была, заметила. Да что случилось? Пропала с утра. В больницу ехать надо. Вдруг съела что-нибудь? Да были уже, спрашивали, узнавали. Не поступала, слава богу. А ты кто, сынок? Жених. Жених. Точно, жених. Приходил тут один к ней. Кто? Тихо, тихо. Парень приходил. Из этой, из семьи, ну, которая вас приютила. Шандер. Точно, он за братья и Сулком хотел. Какой Шандер? Все. Все. Украли. Что значит украли? Как украли? Как украли, так, забрали семью и все. Саша. Кому же она теперь нужна будет? Сашенька, Сашенька, успокойся, Саша. Вы что такое говорите? Александра! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я ее найду. Да, да, беда. Что? Шандер? Он вчера ночью Ольгу украл. Почему нам просто туда не зайти, не сказать? Отдайте девушку. Тетя. Не, ну правда, почему? Ну, зайдешь ты. Попросишь. А тебя... Пошлют, и тогда... И тогда надо вызвать милицию. Командир, ты нахрена Штатского с собой взял, а? Опа. Значит так. Собак нет? На первом этаже открыто окно. Приглашаюсь.
Ну, приглашают, значит, войдем. Ага. Сукин сын! За что? Я дом на кого оставил? Брату всего на 2 дня уехал. Даду! Ты куда смотрел? А? Забыл, кто ты есть? Чертово семя! Всех размахаю! Всех вас размахаю! Так, бойцы, оружие есть? Вот. Я спрашиваю, оружие есть? Сережа? Че, опять? Привычка. А если они стрелять начнут? А то в тебя никогда не стреляли. Руками, руками надо работать. А если бабы начнут верещать? С женщинами надо, уговорами и лаской. Ага. Так, рота, слушай мою команду. Тихо вошли, тихо вышли. Понятно? Угу. А я? А ты? Сережа. А ты ждешь в машине. Ладно, окно слева я обход. Давай, пошли. Давай. Чай, значит, пьете? Не помешал? Где твой брат? Да-да, я раненый. Меня грех бить. Тебя убить мало. Кто еще ему помогал? Ну? Не мог он один такое дело провернуть. Да кто ж его знает-то? Машины ночью приехали. Племянник Петьки Косова. Он с ним был. Я их во дворе видел. Петьки. Все. Все цыгане в округе уже знают. День-два, и вся Москва знать будет. Опозорил. Всю нашу семью теперь проклянут. Сироту обидел. Ну, наконец-то. Ну, почему так долго? Цыгане теперь от нас отвернутся. Вернуть ее надо. Как вернуть? Это что, кошелек, что ли? Ведь не тронул он ее. Я их сразу по разным комнатам развел и запер. Ума хватило.
Так что ж обратно не отвезли, а? Тебя ждали. Ну? Ладно. Где этот змеёныш? Били? Пальцем не трогали. Чтоб меня расстреляли. Сыночко. Сыночко, кто ж тебя так? А? Кто тебя обидел, а? Кто такое сотворил? Ромала, наверное. Гамлет, скорее. Так, ставьте пока на стол. Давайте, давайте. Фу, третий ящик. Неужели цыгане пьют, как русские, а? Хватило бы. Ну что, всего довольно? С миру по нитке, стол хороший будет. Прям до военного. Дядя Вася куры с деревьев привез, и свойские картошки мешают. Я от такой селедки давно не ела. А это что? Консервы. А вон, друг жениха привез. Такой парень красивый. Вот бы познакомиться. Хочешь познакомиться? Ешь. Ешь, Чири. Ой, моя ты Пасха. Так, водка есть. Невеста есть. Слезы вот-вот будут. Что еще не хватает для полноценной цыганской свадьбы? Ой, Гамлет, материя красная где? Какая материя? Зачем? Без материи нельзя? Гамлет, я же вам неделю твержу, что без материи нельзя. Ну что вы, ей-богу, не можете кусок красной ткани достать? Гамлет. Иду. А материя-то зачем? Ленточки резать. А ленточки зачем? Людям раздавать. На бутылки вешать. Как на праздник, что ли? Как на 1 мая? Понимаешь, Коль, у нас на свадьбах так заведено. Все должны знать, что невеста честная. Когда свадьба правильная, и родителям почет. И вот когда цыган такую ленточку увидит, сразу поймет, что Ольга правильно замуж вышла. А это как вы узнаете? Ну как? Молодые уходят. Приходят. Ну а потом сваха, ну, выносит это. Да чего уж там, простынь выносит. Да. Угу. Да вы что? Как вы думаете, вас что поймут? Я не понимаю. Ну а что тут понимать? Испокон века так было. И у цыган, и у русских по деревням. И я так выходила. А я нет. Ты за графа шла. О, а чем же Алексей у нас не князь? Шур, ты что хочешь, парня до смерти напугать? Ну, как ты ему об этом скажешь? Вот так и скажу. Как? Прямо? Ну? А может, и правильно. Зачем старину разводить? А как же Рома? Ее цыгане крали. Крали. Но не выкрали. Что, Чайлы, не верите Ольге? Так, а значит так. Я ей за место матери, стало быть, мне решать. Ты свадьбу сестре делаешь или себе? Может быть, Ольгу спросишь? Оль, ленточки резать будем? М? Чего? Эти, ленточки резать. А, нет. Я у Лёши спросила, он сказал, не будем. О, вот. Лёлька. Вот принёс. Красную, белую и на всякий случай голубую. Правда, в цветочек. Насмешил, Марин. Молодец!